Наверное, товарищ верховный главнокомандующий, силы для проведения мероприятия готовы. Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Евменов. Подготовлен, проверен мною лично на погружение. Значит, аппарат заправлен следами на 100%, подготовлен к плаванию, допущен российским регистром. Готов. Погружаемся прямо вот здесь? Нет, переходите. Вот красный буёчек, это место, как раз ровно над кормой лодки. Да, мы погрузимся вдоль него и будем осматривать здесь. Второй, я третий. Прошу, добро, вызов. Третий, я второй, вам добро, исполнить грунт, прием. Принял. Мы не прятались 70 килограмм, поэтому... Ага, Сашка, вот мы с вами погрузились, птичьи у нас нет. Пойдем еще потом сверху. А вон она. Да, это рули погружения и рули направления. Мы все с вами поднимемся, осмотрим борт и потом вернемся сюда дополнительно смотреть. Второй, я третий, объект наблюдаю. Видимость слабая. До 2 метров. Третий, я второй, вас понял. Прием. Берет табличку, прикрутит ее на роде. Табличка сделана из пластика, это самый долговечный материал в условиях Балтики. Я конечно, надеюсь, что через несколько лет другие водолазы, которые сюда будут нырять, если будут, да, они будут, в общем-то, знать и помнить. Подходим к рулям. Чуть по ней запущусь. Да, рули у нас стоят. То есть на погружение, а руль направления у нас стоит на правый борт.